Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем награды. Я смотрю, Лига самураев 2 звезды. Серьезно? Серьезно, вы меня скинули до 2 звездочек? Ну а что ты хотел? 2 дня не играл, ребята. 2 дня не играл. Ну что, наверное, пойдем сразу звездюлей им дадим хороших, да? Чтобы не вякали здесь, не крякали. Так что садись там поудобнее и поехали. Так, у нас 5 бойцов, 56 уровень против 45 вражеского. Что такое 5 с голосом? Так, поехали. Чё? Сфига ли банька-то сгорела? Вот. Так, давай торнадо сделаем. Блин, слабак. Доня, ну ты-то хоть как? А Донни замечательно. Ну, Донни осталось, правда, честно говоря, добить. Поэтому он сделал все как надо. Сделал по красоте. Но, вот, ребята, мы вернулись в Лигу самураев 3 звезды. Так, сегодня среда у нас получается, да? Нам нужно, ребятушки, поднажать. Потому что, опять же, начнутся рабочие дни. И, опять же, я не смогу работать. Ой. Хорошо звучит, да? Начнутся рабочие дни, и опять же я не смогу работать. Нет. Я не смогу, конечно же, играть, друзья мои. Поэтому надо сегодня, ну, как-то, я не знаю, пробиться куда-нибудь. В топчик, например. Слабо тебе в топчик пробиться? В топчик, в копчик, блин. Не знаю, друзья, попробуем. Мне бы хотя бы до Лиги Мастеров добраться. Одна звезда, я что, молчу про остальное и про все. Блин, горячий. Очень горячий капучино, ребята. Очень горячий. Но вкусный, черт подери. Он вкусный, когда горячий. Как только он охлаждается, все, начинается как-то фигня. Так, давай попробуем найти 14, 15. О, 15-19. Вот тебя-то я как раз искал. И противники сразу становятся 50 уровнем. Давай я, наверное, возьму здесь для подстраховки Шреддера вот этого. Да, пускай он не топ, но, тем не менее, звездюльку-то дать может смачную. Особенно его вот эти вот клан-фотовцы. Хорош, да? Мондагек решил ускориться. Ускорение тебе, парень, не поможет. Надо было Леонардо валить. Ладно, ультразвук. Фигня полная какая-то. Валите. А, там же Эйприл еще стоит. Ну-ка, может, она будет уже лежать? Да, она уже лежит. Роквелл со своей защитой. А, нет, нет, ребят, я ошибся. Я думал, что он будет щиты себе ставить. Но он решил гаркнуть на меня. Ну вот и гаркнул. Гаркнул и отдуплился. Так, ну что, смотрим. Вейп-полтинник. О, 49-ка, нормально. Ищем 15-19. Так, Микеланджело, да? Слушай, ну я возьму, наверное, здесь Ваньку. Раз, два, три, четыре. Так, сегодня еще что у нас будет, ребята? Всадники Олуха будут, скорее всего. Я сегодня планировал поиграть в них. Также планировалось после всадников поиграть растения против зомби герои. Я накопил там 1000 самоцветов. Сегодня будем открывать 11 паков. И ну и, наверное, пока все. Потом там еще на втором канале. Ну, у меня уже рендерится пару игрушек. Так что как только зарендерится, естественно, будут выкладываться на втором канале. Так что, ребята, заходите, смотрите. Опять же будет Spirit Hunter. Что там у нас еще будет? Надеюсь, успеет Армия Руин прорендериться. Я не знаю, почему происходит такое, ребята. Вот у меня в данный момент сейчас рендерится игруха, да?
Знаешь, сколько оно по времени занимает? 10 часов рендеринга. 10 часов, ты можешь себе представить? Сфига ли так много, не понимаю. Раньше объем игры, ну, такой же, как сейчас на рендеринге стоит, но отнимал там час-полтора. Но 10 часов, это, по-моему, перебор. Я не знаю, с чем это связано. Почему так долго? Отлично. Вот, так что, друзья мои, там еще видосик у меня. Вот сегодня буквально играл перед черепашками в Spirit Hunter. Я прошел все-таки на брутал моде этот уровень челленджный, ну, на котором мы в тот раз встали. Нахапал себе кучу темных душ. Все равно мало. Все равно мало. А челлендж за мага так и не прошел. Не получилось. Так, ладно, друзья мои, а то вы обижаетесь на меня. Вот, Рэй, играешь в одну игру, разговариваешь о другой. Я делаю тебе анонс, чтоб ты знал, чтоб ты был в курсе, что, почем и как. Так, подожди, Леонардо мне как бы тут не нужен, если честно. Надо его гасить. Отлично. И Крис в Брэдфорд вместе с ним. Так, корабль космический сможет добить? Ну, почти. Получилось. Все. Блин, неужели, ребята, ну, чайки такой распространенный вид оружия? Так же, как и Саи. Почему именно, ну, я понимаю, да, меч, посох, бо, я еще пойму. Но почему Саи и нунчаки? Почему именно такие вот виды оружия взяли черепашкам? Никто не задавался таким вопросом. Саи, по-моему, вообще не очень распространенные, так же, как и нунчаки. Ну, нунчаки, ладно, но Саи... Не знаю, почему именно такой вид оружия? Почему не взяли кастеты, например? Асаи взяли. Почему не взяли, например, этот кусаригами? Почему вот не взяли вот эти вот даже крисы, вот эти вот? М? А именно нунчаки. Ну ладно. Что-то же сподвигло, по идее, да? Именно такой вид оружия взять. Саи и нунчаки. Так, ладно, друзья мои, 66-я позиция у нас. 15-19. До сих пор мы здесь с тобой тусуемся. Почему-то уровень у наших персонажей упал. Был 50 там с копеечкой. Сейчас 48-47. Что-то их так опрокинули-то. Жестко, люто. А почему у Эппел такая стойка здесь? Почему она вот так стоит? Забавно как-то. Тюх, готовы. Блин, шимпанзе, вот это вот что, я не пойму. Реактивный ранец, что ли, какой-то? Или пояс реактивный? Как на воздухе-то висит? А скорее всего, так оно и есть. Слушай, по-моему, слишком долго уже 15-20. И сразу, смотри, 15-20, 53-й, 55-й уровень. За доли секунды, ребят. Я возьму, наверное, Пиццелицева. Нет, Крис, подожди. Пиццелицева возьмем и вот этого Донателло. Что, Пиццелицева, бросай свою плюху. Ну, я не удивлен, что кто-то да выжил. Расколбас, my friend, расколбас. Поехали дальше. Что-то такое впечатление, что ливень сегодня на весь день зарядил. Просто на весь день. Хмурое облачко, хмурое небо. Как говорится. И вот так всегда, ребята. Как только выходные, погода бе. Как только на работу, солнце.
Ты знаешь, как работать плохо, когда солнце? Блин, если ты только знал. От него никуда не деться, оно светит тебе везде, куда бы ты ни повернулся, везде, ребята. Такая жаровня, через стекла, через эти, просто прогреваешься, как в духовке. И даже кондиционеры не спасают. Если честно, работали бы они еще, эти кондиционеры, блин. Так, ну что, здесь тоже хорошо. Все получилось у нас, двигаемся дальше. И пока нет. Ребят, ну Лига Сюгунов, две звезды сейчас будет у нас, кстати. Я возьму Бакстера здесь. Бакстер, 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 Муха. Нет, это не Муха, это Бакстер Стокман. Бакстер Муха — это немножко другое. Хотя тот же самый Стокман, но только уже в виде мухи. Вон он, пучеглазый кикимора стоит. А почему они не могли просто взять персонажа Бакстера Стокмана в человеческом образе? Он же у нас как этот, гений какой-то, гений-инженер там. Он же, по-моему, придумывал костюмы саблезубу, вот эту вот рыбе, которая может двигаться по суше. Почему ему не могли какую-нибудь, я не знаю, там, пушку дать, чтобы он просто был в человеческой форме? Нет, надо было его обязательно в такого вот мутанта сделать, чтобы он ползал. Нет, ну в принципе, костюм вот этот Бакстер Стокман, где он в киберкостюме, в принципе, нормально. Ну там только, по-моему, голова его там видна и все. А тело... Короче, ты берешь эту голову, отсоединяешь голову у мухи и ставишь просто туда голову Стокмана, и все, ребят. Будет тебе целый персонаж. Отлично. С двух, как говорится, клюшек ушатали мы вражескую команду. Так, 69 место. Дадите мне 16-21. Дадут. Рафаэль, Майки. Просто Рафаэль и Майки. Больше нам, в принципе, никто и не нужен. А, так у нас уже все, бойцы-то. Мы уже до 70-ников добрались. Я тебе скажу. Ладушки. Поехали. Сплинтер, до свидания. Так, бросаем кунай. Возьмем провокацию. Усиляет. Усиляет он команду. Ну-ка. Тимати — это одно название. А вот Майки зря это сделал. Чё? Рафаэль не попал по Микеланджело? Несмотря на то, что у него уровень. Да, я понимаю, ребята, уклонение стоит. Но уровень, ты посмотри, 58 против сотки. Выстоял. 3117 урона нанесли, ты прикинь? С удара. Да. Наверное, ему в первый раз просто крупно повезло, ребят. Рафаэль не смог бы промахнуться. Как бы тебе сказать это? Что у меня персонаж-то? Он бы не смог промахнуться просто так. И даже уклонение, что у него стояло, он бы все равно его пробил бы. Потому что на второй раз, ты же видел, он пробил. Значит, все-таки шанс уклоняшки сработал в его пользу. Угу. Так, ладно. Нам что, сегодня только светит Лига Сёгунов 3 звезды? Это максимально, что мы сегодня получим? Получается так. Тын-тын. Тын. Ну да, в Лига Мастеров одна звезда. Ладно, завтра еще будет день. Лишь бы, ребята, ленька меня взяла. Меня в последнее время берет лень. И я просто лежу на диванчике, объемся всякими вкусняшками, и просто лежу на диванчике и балдею. Просто отдыхаю, ребят, знаете, как это кайфово. Просто чувствуешь себя
Замечательно, потому что это выходной. Его хочется провести в спокойствии и в равновесии, с балансом в природе. Это я уже прикалываюсь. Так, ну что, друзья, последний, по-моему, у нас. Раз, два, три, четыре, пять. Давай сделаем немножко вот так вот. Маузеры сами за себя отыграются неплохо. Поверь мне. Ну что, погнали наши вороных. Я тебе говорю, постоянно кто-то выживает. У Супер Шреддера такой плащ, ты заметил, кстати, да? Ободранный весь какой-то, я не знаю, на какой помойке он его нашел. Слушай, какие лиги мастеров у нас с тобой? У нас лига Сюганов 3 звезды. Только лишь лига мастеров. Что-то я, ребят, сегодня путаю все. Ну давай, звездани по ним. Всех в труху с одного удара. Красавчики. Это В буква, это Victory, победа. Но 97-й, да? 96-я, о как. Ну что, ребята, в магазине забираем пак. 19 тысяч мутагена у нас. Мало. Мало мутагена. Пойдем быстренько пробежимся по серии. Ага, мы уже... Нет, ребят, еще не все. Хотел уже было обрадоваться, но не тут-то было. Давай возьмем так, так, так и вот так. Кожеголовый, блин, что-то мне спать захотелось. Встал недавно, ребят, опять спать хочется. Но это, наверное, знаешь, из-за чего? Из-за дождя. Я всегда заметил, что как только на улице дождик, сразу почему-то хочется спать. Не понял, а что это у них... Броня, блин, двойная причем была. Да. Так, ну что, Маузер, сейчас ты будешь получать. Смотри, раз, два. Только на второй раз мы сняли с него броню. Нормально. Ну, поехали. Черепки. Удар хвостом. Минус. И змейка Вин тоже, ребят, готов. Так, ну что, мы здесь прошли. Все это сделали. Забираем нашу награду. Так, теперь переходим с тобой. Пум-пум-пум-пум. Эйприл Кунэйчи. Поднимаем я 73 уровень. И давай дальше, наверное. 4 шляпы с напитками нужны. Раз. Два. Три. 4. Так, 4 шляпы с напитками мы нашли. Единственное, что нам не хватает, это... А нафиг... А нафиг я это искал? Фига себе, 34... А, подожди. А, нужно 5, а у нас 34. Кстати, нам нужно, ребята, прокачивать скиллы. У кого будет такая возможность? Ящики с инструментами нужны, вот что. Раз. Два. Три. И последний. 4. Вот. Прокачиваем, ребята, до 6-й ступени. Забираем здесь наши награды. И вроде бы как все. Ребята, нужны были бы жетоны, я пошел бы за жетонами. Но они мне не нужны. Здесь тоже мне ничего не надо. Блин, жалко нету, ребята. Могли бы где-нибудь до 10 главы бы сделали. Было бы вообще топово, да? Ребят. Было бы вообще круто. Эх, обидно, а мне нравилось проходить сюжетки.
Так, дай-ка я здесь, наверное, разберу излишки, чтобы они меня не смущали. Здесь есть какой-нибудь 51, нифига себе. 46. Давай разбирать. Так, здесь 41. 120. Тихо, тихо, тихо. Ты что делаешь, Рей? Ты хорош. 123. Что такое дофигище-то? 60. 50. 40. 25. 40. А, 53. 45. 61. 69. 58. 100. 170, ребята. 170 на Лапекс. Это, по-моему, рекорд. 170. Да, это был, ребят, рекорд пока. А зачем мне эти сюрикены? Скажи-ка вот мне на милость. Нафига я это делаю? Я же все равно с ними ничего не смогу сделать. Ну да, друзья мои. Рекорд был 170 карточек. Ну что, друзья, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.